Квартиры на улицах Фирсова, Калинина и Стрельникова передали по программе предоставления жилья детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей. Ключи от трех квартир вручили торжественно в администрации Владивостока. Квартиры находятся в районах с развитой социальной инфраструктурой, а также в них сделан ремонт. Обладатели нового собственного жилья рассказали, как рады этому моменту. Она очень классная, она светлая, там хороший ремонт, там серенькие стены, там есть классный балкон. Мне это очень нравится. Она солнечная. Отметим, администрация Владивостока в этом году уже предоставила детям-сиротам 7 квартир. До конца года будет передано еще 6 квартир. Сейчас также продолжается строительство 4 жилых домов в районе Русской, 57. Благодаря этому детям-сиротам в следующем году удастся предоставить еще 122 квартиры.